Да. И вот моя задача взял немножко поставок левой, правой, чтобы кочек. Иногда можно стройно натеснить, как попаны. Я стал хоп, ногу подставить, мне пришел, чтобы упорнуть. И когда сталкиваюсь, особенно на зонке, раз, автоматом должна нога. Ну не теряй упор, чуть-чуть сильно там не надо, потом как лево, вправо. Подводящее движение. Взять не сами удары, завести под удар и подводящее движение само. Верно стоит. Стабилизаторы работали, понимаете, да? Упор. Дернул, да. Иногда вот вначале просто как перетягивание идет. Упорчик, да. Нет, Богдан. Не, смотрите, вот ошибочка. Богдан сделал заваливание, а я сделал полный привод. Да. Пока не видно. Фокус. Да. А получается первый раз здесь не будет силы. Здесь только вес моего тела, здесь бедра работают. Потом, только аккуратно, чтобы ногтей не было, пальчики, потому что у боксера очень важно, пальчики сильные тоже стали, потекать. Потом на одной ножке, потом вперед-назад, это для стабилизаторов, для равновесия. И потом взяли, наверное, видели, когда на одной ножке, да, только поставил как рука впереди, вот на одной ножке. Как будто был только не в плечи, как в боксе есть, а рукой, потому что здесь очень важно руку чувствовать. Все, привет, попробуйте. Кто-то на колено, кто-то на спину, кто-то опрокинулся. Поищите положение. Если только не дергайте, чтобы... Здесь телефон не дергает надо, а понимаете, да? Потом на одной ножке потолкаем, иначе можно повредить.
да, показываю Виталику, чтобы тоже интересно было. Девочек показывать надо иногда. Да. Тренеру Ликтеру Александру Львовичу. Я до этого момента думал, что я умею боксировать. Оказывается, я минус 3. 0? Даже не 0, а минус 3. Тима, показывай, может, это. Да, какая задача попасть? Yeah.
забивать, как хочешь, так и пусть. Если вы выступающие, я могу выиграть выступающие. Выгребать надо. Да, чтобы был иммунитет на сложной ситуации, надо их пройти.